Давайте рассмотрим, как можно завершить small talk и поблагодарить собеседника за то, что произошло или случилось. Ну, фразы тоже довольно разнообразные, но все равно они крутятся вокруг одного и того же. Thank you и thanks. Вы можете сказать thank you so much, а в ответ услышать you are welcome. То есть всегда пожалуйста, обращайтесь, потому что welcome – это добро пожаловать. Или, например, вы скажете thanks a lot, а, допустим, вашему собеседнику эта услуга ничего не стоила, и он, возможно, скажет вам no problem. То есть фраза no problem может тоже легко восприниматься как не за что. Следующий вариант, который можно представить себе – thank you, I appreciate it, you're welcome. Appreciate означает ценить, то есть я высоко ценю то, что вы ко мне отнеслись со вниманием и сделали для меня что-то. Эту фразу часто можно услышать в благодарность. I appreciate it. Или, например, thanks a lot for everything. Well, don't mention it. Тоже вполне нейтральная фраза. Don't mention it дословно переводится как не стоит и упоминать даже об этом, то есть мне не трудно было это сделать или просто пожалуйста. Ну и наконец, может быть, еще несколько фраз. Thanks, that was very nice of you. That was very kind of you. В ответ человек может сказать I'm glad I could do it. То есть я очень рад, что смог вам помочь. Или, например, в как реакция на thanks, в ответ на thanks вы можете услышать anytime, то есть когда угодно, я готов помочь вам еще раз. Или, например, в ответ на thank you вам могут ответить it was my pleasure, я сделал это с удовольствием, что в принципе, конечно, можно переводить дословно, но все это в общем и целом означает не за что. Или, например, thank you so much, а в ответ I enjoyed doing it. Thank you so much. You're welcome. Thanks a lot for everything. Don't mention it. Thanks a lot. No problem. Thanks. Anytime. Thank you. I appreciate that. You're welcome. Thanks. That was very kind of you. I'm glad I could do it. Thank you. It was my pleasure.